Наболевший вопрос у всех. Пишут мне очень часто: «Доктор, доктор, я бросаю заниматься, набираю вес. Что делать, доктор? Бросаю заниматься. Пока тренируюсь, все в порядке, вес идет на минус. Понюхала сладенького, съела что-то не то, чуть-чуть не потренировалась, бум!» Помните эту рыбу из... как там? Про акул какой-то фильм был. Может, найду, вставлю вставочку. Почему так происходит? Почему, если это няшки, вы так быстро превращаетесь, да, в такую женщину, фактически, я бы сказал, такую громбабу, да? Почему? Почему так же мужчина ходит, ходит, такой рельефный, красивый, только вот руки у него, бицепсы начали очерчиваться, чуть-чуть не позанимался, ну, говорит, ну, там, выпил где-то, ну, вроде вискарь выпил, он невысокогликемический, а бахнуло, так залило, что капец просто. Опять толстый. Смысл в чем? Смысл в том, что это поломка гомеостаза. И все это можно исправить. Для этого нужно два показателя посмотреть. Ну, даже желательно три. Это первое, самое важное, индекс HOMA-IR. Второе, не менее важное, это, соответственно, тиреоиды, гормоны щитовидной железы, и вы с ними постоянно ошибаетесь. Мне то Т3 и Т4 присылают, то ТТГ присылают отдельно. И они там в интернете типа пишут, ну, если Т3 и Т4 в порядке, ТТГ в порядке. Если ТТГ в порядке, то Т3 и Т4 в порядке. Ну, типа, как-то они говорят, не надо все сдавать. Надо все сдавать. И надо сопоставлять. ТТГ – это мозг. Это работа мозга. А вот, соответственно, Т3 Т4 – это работа самой щитовидной железы. И это мозг говорит щитовидной железе работай. Поэтому тут очень важно сдать три этих анализа. Потом следующее, что не менее важно – кортизол. Кортизол сдаем в первую очередь утром, сразу после сна, 15 минут после сна, 30 минут после сна, 90 минут после сна. Сдали, посмотрели, что с ним. Сами не лечим, идем лечиться к специалистам, к врачам идем. Помимо меня существуют врачи вашего города, так что не то, чтобы я так сильно себя рекламировал. Суть в том, что решать проблему вы должны. Большая благодарность вам за то, что вы просто посмотрели мой выпуск. Надеюсь, я вам помог чем-то. Напишите мне в комментариях, если получится у вас сдать эти анализы. И мне интересно ваш опыт личный, да, как у вас с этими анализами вышло. И не забудьте Т3, Т4, чтобы именно врач посмотрел на тему субклинического гипертиреоза и тиреотоксикоза субклинического. Очень важны субклинические состояния. Вот, кажется, я все сказал. Жду вас всех в своем инстаграме. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья.